Всем привет! Вы на канале Про цветок. С вами я, Пашки Ощ Анна. И в этом видео мы обсуждаем такой вопрос, как повысить сладость наших томатов. Первое, на что хотелось бы обратить ваше внимание, то, что сахаристость или сладость томатов определяется непосредственно сортовыми особенностями. Например, более мелкие томаты будут слаще более крупных, более поздние, среднепоздние сорта и гибриды будут слаще ранних и ультраранних сортов и гибридов. Розово окрашенные, темно окрашенные сорта будут более сладкими по сравнению с красными или, например, желтыми. Поэтому обязательно учитывайте эту маленькую особенность, когда вы ожидаете большой сладости от своих томатов. Второе, что определяет сахаристость плодов, это конкретно условия выращивания. Многими замечено, что количество поступающего солнечного света на растущие, развивающиеся плоды напрямую будет определять то, насколько они будут сахаристые. Поэтому обязательно предусматриваем для наших томатов более открыто освещенные участки выращивания. Также стараемся выдерживать оптимальные температуры выращивания в моменты бутонизации, налива плодов, созревания плодов. Это порядка 26-30 градусов для наших томатов. Для того, чтобы произошел более корректный биосинтез сахаров в самих плодах. Конечно же, основными элементами питания, которые снабжают наши томаты сахарами, являются калий, фосфор и бор. Органические соединения сахара, которые в процессе фотосинтеза закладываются в листьях, транспортируются при помощи калия. Бор и фосфор также повышают завязываемость плодов, лучшее вызревание и лучшее накопление сахаров в самих плодах. Поэтому обязательно делаем акцент при выборе источников питания на такие удобрения, которые содержат повышенное количество фосфора, калия и бора. Хорошими минеральными источниками калия будут, например, сульфат калия и нитрат калия. Достаточно добавлять от 10 до 15 грамм данных минеральных удобрений в 10 литров воды и проливать наши томаты под корень. Хорошими источниками фосфора будут являться монофосфат калия, который можно комплексно добавлять, например, сульфатом или нитратом калия. Также 10-15 грамм на 10 литров воды и проливаем наши растения. Из органических источников калия и фосфора оптимальным удобрением будет являться древесная зола, которая показывает всегда хороший результат, особенно если мы ее предварительно настаиваем некоторое количество времени, а затем готовим уже рабочий раствор. Источником бора традиционно может выступить борная кислота. Если мы будем готовить концентрированный раствор, то необходимо растворить 5 грамм борной кислоты в 1 литре горячей воды, настоять в течение суток и затем готовить более разбавленный рабочий раствор. Вообще бор относится к малоподвижным элементам питания, которые практически не перемещаются по растению. И если, например, мы в начале вегетации добавляли бор под растение, то наверняка основная его часть находится в более нижних частях, а более верхней части формирующиеся плоды уже будут испытывать недостаток фосфора. Поэтому как калийную, так и фосфорную и борную подкормки обязательно проводим не реже, чем один раз в 2 недели на протяжении всего периода вегетации. Для того, чтобы приготовить раствор для повышения сладости томатов, нам понадобится 1 литр древесной золы, который мы будем настаивать в 2 литрах воды на протяжении суток. Также нам понадобится 5 грамм борной кислоты, которые мы будем настаивать в течение суток в 1 литре воды. Затем мы будем эти соединения смешивать, доводить до метки 10 литров, и это будет являться оптимальным рабочим раствором, который мы будем вносить в дозировке 0,5-0,7 литров под каждый куст томатов. Также по возможности в условиях повышенного стресса, который, например, характерен для текущего сезона вегетации, можно вносить микробные препараты для того, чтобы наши растения не испытывали недостатка в каких-нибудь элементах питания, а те компоненты питательного раствора, которые мы вносим при поливах, они могли более быстро и интенсивно поглощаться корневой системой. Одним из таких микробных препаратов является почвоулучшитель Aqua мультибактериальный комплекс от фирмы Profit, который содержит не менее 5 полезных микроорганизмов, которые будут активизировать поглощение элементов питания на корневой системе наших томатов. Подкормки, как и поливы, я рекомендую проводить в первой половине дня до наступления жары, для того, чтобы корневая система смогла спокойно поглотить элементы питания, а листовая поверхность, на которую конденсируется испаряющаяся влага, смогла подсохнуть. Оставайтесь на канале Про цветок. Благодарю за подписки и лайки. До новых встреч!
Thank you.